Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Алкофан. Сегодня приготовлю вкуснейшую летнюю закуску – маринованные помидоры по-быстрому. Нам нужно 0,5 кг помидоров. Для маринада по чайной ложке соли, сахара, пучок укропа, немного зеленого лучка, пару зубчиков чеснока, специи на ваш выбор, конечно. У меня здесь перец, немножко кориандра, немножко тмина, чайная ложка горчицы, 3 столовых ложки растительного масла и чайная ложка уксуса. Начинаем готовить маринад. Зелень и чесночок измельчаем. Смешиваем все ингредиенты для маринада. Помидоры разрезаю на четвертинки. Заливаю помидоры маринадом и смешиваю. На 20 минут отправляю помидорчики в холодильник. Прошло 20 минут, и помидорчики маринованные готовы. По ссылке выше смотрите дегустацию настойки домашней от нашего подписчика Александра с этими помидорами. Всем пока!